Дорогие друзья, всем добрый день. Сегодня мы прибыли в следующий наш университет. Это Zhejiang University of Technology, который находится в городе Ханчжоу, провинции Джиансу. Рядом с Ханчжоу такие мегаполисы, как Шанхай, Нанкин. В целом, провинция Джиансу, она более населенная, также чрезмерно развитая. Поэтому самые крутые, самые красивые университеты и кампусы находятся именно в провинции Джиансу. И особенно одним из моих любимых университетов – это Zhejiang University of Technology города Ханчжоу. В чем его преимущество? Здесь очень тихо, не так многолюдно, именно как раз фокус только на учебу. Вы находитесь в кампусе, все, что необходимо для жизни, для бытия, все, что нужно для студента, все имеется. Библиотека, магазины, банкоматы, супермаркеты, спортивные площадки, стадионы. В целом все-все-все абсолютно. Также здесь преимущество в том, что приятная тишина. То, что здесь не так прям много людей. Очень тихо, даже если вы слышите пение птиц. Также большим преимуществом является то, что рядом с данным кампусом есть метро. Здесь получается небольшой стадион по крикету, такой вид спорта. Такого стадиона, отдельно построенного для такого вида спорта, как крикет, я еще не видел. Интересно. И это у нас Тушугуан, библиотека. И везде рядом холмы. Чистый воздух. Везде зелень. Кампус очень чистый. Кампус очень огромный. Ну, посмотрите, на самом деле, наглядно. Это стадион. В частности, в данном университете обучается наш студент, который прибыл из Казахстана, с города Шымкент. А зовут его Джавахир. Он учится здесь на языковых курсах. И в дальнейшем его планы продолжить на степень бакалавриат, потому что ему в целом учеба, методика, да и Китай, да и Ханчжоу, и сам университет очень понравился. Поэтому дальше он планирует оставаться здесь и продолжать свою учебу уже по своей специальности. И смотрите, какая красота! Для тех, кто любит футбол, разного вида спорта, то вам в данный университет. Экскурсию проводит декан данного университета.
Салам алейкум. Қалайсыз? Хорошо, хорошо. Директор, да. Как раз с ним приехали только с самого кампуса. Хорошо, что ағылшын тілін білем. Біреулер бір ағылшын тілін білмейді вообще. Да. Михаил Шушу. Мына жерде кір жуатын жер. Да, мына жерде полный. Ыстық су, да, еще сосын алған. Су бар. Ничего не пить? У нас сколько километров по часу по Китаю? Здесь 4 пассажира. Это кухня, правда? Да, это кухня. Общежитие для иностранного студента, где живет наш студент Завакир. Трехместное размещение, да? Трехместное размещение вообще-то. И все удобство есть, для, чтобы жить. Ну вот и кондиционер обязательно. Кондиционер обязательно. Угу. Горячая вода, холодная вода, ванна там есть. И два душа там, угу. Для студентов все там удобство есть уже. Ну я вижу, мебель и такая новая. Мебель там много. Если что-то здесь надо что-то настроить или починить, сразу за вот звоним, через 10-15 минут уже. Если технически, то технический мастер придут. Если там что-то с водой, если придут. Значит, все удобство для безопасности студентов и для, чтобы было студентам удобно, здесь есть. Круто. Ну, студенты вообще-то дружные. Ну, так что студенческая жизнь в Китае. Насыщенная. Насыщенная. Круто. Рахмет. Спасибо.